Собаки-пираты Йоко стали новогодней сенсацией во всем мире. Пес-пират преодолел тысячи километров, добрался из Самары в Лондон ради своей любви. Теперь возлюбленные живут тихой, спокойной жизнью. Вся семья собирается в Питере на день рождения к тете Оле. Не грустите, мы скоро вернемся. И ведите себя хорошо. Да не переживай. С ними что-то случилось, я должна вернуться. Ничего с твоими собаками не случится. Главное не поворачиваться к ним спиной. Отстой! Все, накрылся дом банкирши? Да ничего не накрылось. В доме только собаки, правильно? Нужно поймать их, и все. А что, псины, денег у ваших хозяев много? Настенька, ты где? Со мной все хорошо, скоро буду в Самаре. Почему в Самаре? Уехали отсюда. Какая-то невезуха с этими собаками. Это не собаки, это оборотни. Ты что делаешь? Обрез. Леша, мы по-мокрому не работаем. Сейчас не 90-е. Брось.